Как понять, сколько стоит твоя работа? Я не эксперт, поэтому отвечу, опираясь на личный опыт. 3,5 года назад приоритет я ставила возможность практиковаться, а не заработок. Объемные сложные росписи стоили до 10 тысяч, а картины до 5 тысяч. Шло время, я начала чувствовать раздражение от того, что трачу много сил и времени, а заработка почти не было. И в тот момент я подняла цены, благодаря чему выстроился внутренний баланс. Когда заказов стало еще больше, я снова подняла цену, так как физически не успевала обрабатывать все запросы. В итоге я поняла, что цена выстраивается из времени, которое вы тратите на работу, себестоимости материалов, а также вашего мастерства, загруженности и внутреннего баланса между заработком и удовольствием от процесса. И еще, нет понимания, что слишком дорого. Работа стоит столько, во сколько вы ее сами оцениваете.